Привет всем любителям чего-нибудь расковырять, а также, конечно же, профессионалам этого дела. Сегодня у меня на столе вот такая вот электронная сигаретка, одноразовая. Называется она Joy. Вкус у нее Summer Peach. Вот такая вот незаряжаемая, незаправляемая штучка. Очень классный форм-фактор, очень удобная, нигде ничего не будет цепляться. Вот мне прям понравилось. Весит она, вот я даже весы специально вам покажу. Весит она очень немного. Производство, конечно же, китайского. Продается 16 грамм даже нет, ребят. Продается у нас в городе по цене чуть больше 5 баксов. Итак, сейчас мы попробуем ее разобрать сначала руками с помощью инструментов. Ну, а если ничего не получится, то перейдем к тяжелой технике. Посмотрим, что внутри. Значит, как она работает? У нее нет ни единой кнопки, ничего. Мы просто вот тянем здесь. Вот сейчас покажу вот так. Не привыкший я уже. Вот. Это подсистема на основе солевого никотина. Вот, значит, и здесь загорается у нас лампочка, если вы не увидели сейчас. Вот. Но она уже сдохленькая. И, конечно же, когда ее собирались кинуть в корзину, я решил ее перехватить, чтобы показать вам и посмотреть сам, что же внутри. Ну что ж, сейчас видео будет ускорено, а мы будем начинать ее разбирать. У нас все получилось. Спустя аж целых 10 минут разбора с помощью вот такого вот гравера. Если бы не он, я бы сломал это все вообще. Вот, потому что я подозревал, что внутри стоит какой-то элемент питания, который, ну, явно ничем не защищен. И нельзя было сильно колупать. Но для таких вот, от таких, как я, здесь вокруг него сделана рамочка. То есть, вот я сейчас, разбирая эту штуку, понял, насколько толстые стенки и насколько все-таки достаточно качественно сделано это устройство. Так. Сейчас мы посмотрим чуть ближе. Я вставлю в свой телефон зарядочку. Так. Итак. Значит, здесь стоит абсолютно никому неизвестный элемент питания. И, скорее всего, это не батарея, это аккумулятор. Это именно аккумулятор. Вот. Значит, здесь стоит, я так понимаю, клапан, включающий-выключающий. Лампочка. Это все резиновое.
очень качественная достаточно. Здесь стоит бачок, здесь стоит сосок. Значит, даже если бы эту штуку переехала, наверное, бы машина, ну, оно бы не испортилось, как минимум, для того, чтобы загореться. Вот прям качественно. Молодцы китайцы. Молодцы прям. Так, теперь, значит, что мы можем сделать? Мы можем выломать вот эту вот часть. Вот. Смотрите, значит, туда даже какие-то провода идут или что это? Так, ну, собственно, жидкостью было пропитано вот это вот все. Вот. Это все в мусорку. Пахнет неплохо. Так. Тут резиновая пробка. Все-таки здесь какие-то идут провода. Скорее всего, клапан, который включает или выключает питание, находится здесь. Мы его сейчас еще достанем. Вот. Вот так вот выглядит это с обратной стороны. Зарядить его можно. 280 мАч. Вот. 10C мощности он может выдавать. Вот. То есть 10 своих емкостей он единоразово может выдать. 3,7 вольта. Стоит оно чуть больше 5 баксов у нас. Ага, это тоже резиновая штучка. Здесь находится светодиодик. И что-то еще. Похоже вообще на микрофон. Но это ведь явно не микрофон, правда? Так. Сейчас мы всю эту конструкцию достанем. Аккумулятор довольно качественный, судя по его упаковке. Так. Сейчас мы этот скотч расковыряем. Да, собственно, вот так можем. Не, мы ж крутые, мы вот так сделаем. Так. Есть такое дело. Так. Достаем. Достали здесь. И сейчас достанем здесь. Так, хорошо, что мусорка рядом. А, что ж я туплю-то, выключатель. Это не выключатель. Это здесь спиралька же стоит. Вот скажите, снимает нам видосики. Значит, вот эта штука несгораемая. Сюда вот так вот запихнута ватка. Вот так вот, поняли? Вот так, клац. И запихнута. Вот. И здесь спиралька. Сейчас я вам попытаюсь показать эту спиральку, не повредив ее. Немножко неудобно на камеру это делать. Ну, по сути, вот. Не знаю, видно, нет? Вот такая вот. Пять виточков. Вот такая штука. Внутри. Качественная. Мне понравилось. Что с ней дальше делать, я прям даже не знаю. Аккумулятор пойдет на какую-нибудь электронику или на подарки рукастым друзьям, потому что мою рукастость вы только что увидели. Нормально я это даже разобрать не смог. Вот. Но всем спасибо. Ставьте там большие пальцы вверх, маленькие пальцы вниз. Пишите, что вы думаете по поводу этой конструкции. Может быть,
что-то вам понравилось, может, что-то нет. Как всегда, напишите, что видео затянуто. Всем спасибо. Всем пока-пока. А как оно работает? Ну вот ты уже и сел. Капец, я просто подул на него. Интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть. Интересности какие.